Здравствуйте, меня зовут Аня, и я travel-блогер. Сегодня хочу поделиться с вами, как бронировать билеты в Париж. Заходим на сайт Skyscanner и выбираем аэропорт вылета, допустим, Киев. Дальше выбираем город, в который мы летим. Это Париж. Дальше мы выбираем город и выбираем даты. Предлагаю выбрать целый месяц, чтобы посмотреть, какие будут дешевле, например, июнь. И нажимаем кнопку Search Flights. Дальше смотрим, что, например, 7 июня будет стоимость $74. Выбираем его. И выбираем, например, 14 назад тоже за $74. И нажимаем Show Flights. Дальше выбираем фильтр Cheapest, который самый дешевый. И видим, что вот за $149 можно купить билет. Туда будет прямой перелет, назад с пересадкой, но обратите внимание, что тут self-transfer, то есть вам нужно будет самим перейти вот на этой остановке в Вильнюсе, поменять перелет Ренейра. Дальше нажимаем Select и нажимаем Book. Дальше нас перебрасывает на следующий сайт. И выбираем этот же перелет. Дальше видим, что цена такая же, $149. И заполняем свои данные и бронируем свой билет в Париж.